В воздухе витает напряжение. 7 команд – финалисты чемпионата интеллектуальной игры «Думай, знай, познавай» борются за звание самых умных школьников Ленинского района. 13 лет назад, когда Кирилл Махров впервые провел эту игру, он и не думал, что спустя годы его авторская идея вызовет такой интерес у подростков и приобретет подобный размах. Художественная литература, география, история. Игра затрагивает все классические темы, которые изучают ребята. Это личностное развитие. Неплохо знать какие-то небольшие факты из разных областей. Поэтому, в принципе, я надеюсь, это мне в будущем поможет. Прежде чем попасть в финал, командам надо было пройти несколько отборочных этапов. Всего 25 игр, по результатам которых суммируются баллы. Уже в полуфинале можно было говорить о лидерах чемпионата. Одни из них – Видновская школа номер 5. Это уже как сложившаяся традиция для нашей школы. Вот. Я лично пришел в нее в 6 классе, сейчас я уже капитан. Всем очень нравится. Это интересно как для болельщиков, так и для игроков. Автор идеи, организатор и ведущий игры Кирилл Махров уверен, успех команды зависит от капитана, в руках которого победа коллектива. Обязательно должен быть настоящий капитан. Без капитана побед не видать. Интуиция, ну и знания. «Думай, знай, познавай» – игра не только для команд участников. Традиционно в зрительном зале немало болельщиков, которые поддерживают свои школы и вместе с ребятами думают над ответами на заданные ведущим вопросы. Игра очень интересная, познавательная. Можно узнать много нового. Командная работа. Спустя несколько часов и огромного количества вопросов определился победитель. Им стала команда школы номер 9. Второе место у 5-й школы, а бронзу разделили между собой 7-я и 1-я Видновские школы. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.